Агропромышленный комплекс области уже несколько лет занимает лидирующие позиции в стране. За счет чего курские сельхозтоваропроизводители достигли таких результатов? Как проходит техническое перевооружение отрасли и каковы планы тружеников полей на год текущий? Об этом не только глава региона рассказал в интервью корреспонденту журнала «Агрокредит». Александр Михайлов отметил, в Курской области выстроена инновационная система ведения сельского хозяйства, основанная на применении самой современной техники и ресурсосберегающих технологий, высокопродуктивных сортов семян и пород животных. В прошлом году производство зерна составило 3 миллиона тонн. Это второй результат в ЦФО и шестой в стране. Впервые за последние 20 лет удалось вырастить более 4,5 миллионов тонн сахарной свеклы. Второй показатель в округе и третий в России. В 2013-м перед регионом стоит задача планомерно наращивать объемы производства. В центре внимания администрации развития животноводства. Объем инвестиций в отрасль с 2006 года по настоящее время превысил 44 миллиарда рублей. Построено 36 современных комплексов. Производство мяса к 2015 году возрастет до 300 тысяч тонн, молока до 420 тысяч. Развивается переработка. В ближайшей перспективе в области появятся современные хладобойни. Комбикормовые заводы, модернизируются предприятия по производству молока. О государственной поддержке аграриев, партнерских отношениях с инвесторами и взаимодействии с кредитными учреждениями читайте в свежем номере журнала «Агрокредит» и на сайте губернатора Курской области.